Всем привет! Меня зовут Яна, и сегодня я покажу, как с помощью слайдов разнообразить свой ежедневный маникюр. Прежде всего, обезжириваем ногтевую пластину. Затем наносим ультрабонд. Он обеспечит прочную сцепку натурального ногтя с искусственным материалом. Его наносим на край и у основания. Сушить его не нужно, просто подождем пару секунд и наносим базу. После чего просушиваем в лампе 30 секунд. Если у вас лампа индукционная или электронная, то время сушки должно быть не менее 2 минут. Красным цветом покрываем все ноготки, кроме безымянного. Его покроем белым цветом, как фон для слайда. Сушим в LED-лампе 30 секунд, затем повторяем процедуру второй раз. И снова сушим в лампе 30 секунд. Вырезаем наклейку нужного размера и, придерживая ее ножничками или пинцетом, окунаем в водичку на 5 секунд. Отделяем наклейку от подложки и кладем на белый фон. Прижимая слайд, таким образом мы выталкиваем излишки воздуха из-под наклейки. Пилкой убираем лишнее с торца свободного края, а ножничками у боковых валиков. Покрываем закрепителем и отправляем в лампу на 1 минуту. Пальчик, на котором у нас слайд, покрываем 2 раза топом, чтобы хорошо закрепить наш дизайн. Высушиваем. С помощью клинзера и безворцевой салфетки снимаем дисперсионный слой. Кутикулу увлажняем маселком, и вот наши ноготки готовы. Все материалы, которые мы использовали, вы можете приобрести в магазинах Naomi.